нахожусь около сорта винограда под названием Black Grand. Этот сорт канадской селекции, в переводе обозначает большой черный. Здесь плодоношение у нас куста, которому 5 лет. Формировка: вертикальный штамп, вертикальный кордон. И дальнее на козырьку, значит, здесь неукрывная культура. Не укрывается он уже 3 года. Мы здесь видим штамп мощный, который вырос в течение 5 лет. И наблюдаем урожай этого сорта, Black Grand. Сорт этот характеризуется высокой морозостойкостью. Удерживает понижение температуры до минус 26, минус 28 градусов. Кусту 5 лет. Формировка: вертикальный кордон с выведением на наклонный козырек. Наклон козырька примерно 20 градусов и далее на горизонтальную плоскость. Значит, это типа беседки формировка. Здесь вот он 3 года без укрытия и показывает такой вот урожай. В нашей климатической зоне, город Лисичанск, Луганская область, Украина, он может культивироваться без укрытия при подборе ему более тихих мест, защищенных от ветра. Значит, морозы у нас некоторые годы достигают до минус 30 градусов, иногда и больше. Значит, но поскольку мы знаем, что наибольший ущерб зимующим лозам приносит именно сушающее действие северо-восточного ветра, то в таком варианте, значит, защита от ветра помогает ему благополучно зимовать. Здесь, собственно, это и есть. Здесь окружен постройками этот куст, и он защищен от ветра. Показал он в этом году вот такую вот урожайность при более короткой обрезке. Грозди до полукилограмма, но их здесь много. Можно сказать, что это очень большая нагрузка на куст. Ягоды синего цвета, пруиновый налет довольно хороший. Грозди бывают крупнее Black Grand, до килограмма и более. До 1,5 килограмма с запасом древесины. В привитой культуре он может показать более весомые результаты. До 2 килограмм даже грозди могут доходить на больших формировках, типа арка, пергола, беседка или крупный веер на сильнорослых подвоях. Сейчас я сорву одну из ягодок для проведения дегустации. Вот типичная ягода Black Grand. Ягода у нее оригинальная, она легко узнаваемая. Вот такая она более эллиптической формы и заостренная на кончике. Значит, это так называемая форма ягоды веретено. Она не только лишь заострена на кончике, она заострена с двух сторон, значит, на двух концах. Ну вот я сейчас стер пруиновый налет, видно, что цвет у него такого фиолетового оттенка кожицы. Значит, проведу разрез и дегустацию этой ягоды. Значит, разрез показывал, что мякоть была плотной. Сейчас посмотрим на сочность. Ну вот мясистая, видно, что мясисто сочная. Консистенция мякоти вот такая желейная, желейно-мармеладная. Косточка уже темная, признак созревшего винограда. Срок созревания у него ранний-средний. Созревает он обычно в нормальные годы в конце августа, как ранний-средний сорт. Косточки темные, 3-4 косточки. Считается вкус простой у этого сорта, но приятный. Значит, в кожице какие-то небольшие фруктовые оттенки. Значит, приятный для еды виноград, сладкий. Что можно сказать еще по этому сорту? Не так уж и много сортов именно столового назначения, имеющих довольно крупную такую ягоду, как у Black Grand, и культивируемых в неукрывной культуре. К каким сортам относится Black Grand? Вес ягод может доходить до 12 грамм, иногда крупнее, до 14, даже до 16 грамм при определенной агротехнике. Значит, в основном это технические сорта и универсальные сорта, имеющие вес ягод до 8 грамм.
універсалы з высокай марозастойкасцю. А сталовых сортоў з такой марозастойкасцю можна перечытаць па пальцам адной рукі. То вот к такім сартам адносіцца і Black Grand. Значит, его марозастойкасць до мінус 28 градусаў. То есть это довольно такі унікальны сорт, который был выведен в Канаде. Значит, вот он попал на наши просторы, на территорию Украины, где мы его также испытали. И вот в определенных условиях мы видим, что он прекрасно зимует без укрытия. То есть мы можем рекомендовать этот сорт для культивирования в тех регионах и районах, где климатические условия и сумма температур, соответственно, позволяют его выращивать, а зимняя температура не опускается ниже, чем минус 28. Соответственно, подбор места должен быть тихим, значит, защищенным от северных ветров. В таком варианте он может культивироваться при вертикальном введении штамбов, вертикальными кордонами. Значит, и на формировках типа беседка, пергола, арка без укрытия. Смотрим нагрузка. Нагрузка здесь получается, ну, я думаю, что здесь до 40 килограмм. Значит, на этом кусту нагрузка сейчас. То есть это очень серьезная нагрузка на 5-летний куст. И дальше, я думаю, только из года в год кондиции этих гроздей будут улучшаться, увеличиваться. Будут более крупные грозди и более крупные ягоды. Показали сегодня морозостойкий сорт канадской селекции под названием Black Grand. Рекомендую виноградарным любителям, которые подбирают в свою коллекцию крупноплодные сорта универсального назначения, значит, или крупноплодные столовые сорта с высокой морозостойкостью, значит, обратить внимание на этот сорт канадской селекции раннесреднего срока созревания под названием Black Grand.